Ребята, всем привет! Видео записывается с телефона, потому что это внезапно. Внезапно вспомнил, что вам же ж надо приглашение выписать на соревнования, которые у нас в ближайшее время будут проходить. А то вы постоянно в комментариях говорите, что мы не предупреждаем. Вот явное предупреждение. Сейчас мы как раз, вот Серега собирает манатки на эту гонку. И... мы выдвигаемся. Значит, 14-е, запоминаем, 14-е, суббота, будет туристический сбор Самара. Нечто подобное на пикник, только все в гораздо качественном исполнении, без всяких там проблем, без ничего. 174 километра трасса, 1000 гривен участия, приезжайте и участвуйте. Два класса. Ну, изначально это внедорожные соревнования. То есть там пески, болото, все дела. Но поскольку вот такие, как мы, туда ездим, уже 2 года подряд мы там занимаем первое место. В этом году нас отшили, ну, легковой класс, но пришили обратно. Поэтому будет 2 класса. Рамные внедорожники, полная обмундировка и каркасы. И 2-й класс – кроссоверы. Кроссоверы и... мы в классе кроссовера. Там убрали пески, там 5 километров злых песков вроде бы, ну, насколько я помню. Их убрали, и будет, ну, нечто подобное, что мы на пикнике, помните, по полям там объезжали песочную дорогу. Вот что-то типа того будет. Поэтому, если у вас кроссовер, либо легковой автомобиль, обязательно берем с собой лопаты, лебедки, обязательно штурмана. GPS, главное, чтобы работал в телефоне, потому что вам нужно знать, куда ехать. Также можете подцепить себе в автомобиль, организаторы дают GPS-трекер. Если вы потеряетесь, вас обязательно найдут на протяжении 174 километров. Не бойтесь, все будет супер. Поэтому приглашаем вас на эти соревнования, чтобы вы не говорили, что мы вас не предупредили. Участвуем вместе с нами и пытаемся выиграть. Всем пока!